Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами задекорируем гипсовое кашпо «Медуза Горгона». Для этого нам понадобятся сами гипсовые изделия, вода, палитра, три краски. Здесь мятное, белило и еще у меня серебристое, я ее чуть попозже выдавлю. И вот такой вот спонжик, сделан из губки для мытья посуды. Так, дорогие друзья, цвет я намешала, смешала зеленые белила, точнее мятные белила. Вот, теперь наша задача ровно выкрасить в один слой все изделия. Краски буду наносить немного и все очень тщательно растушевывать, тогда слой будет ровный. Всю лишнюю красочку растягиваем дальше. Вот так все излишки убираем. Краска замечательно ложится. Трудно в доступных местах я буду вот так вот протыкивать, чтобы ничего белого у нас не осталось, чтобы вся голова была ровно залита. Так, чудесно, прям вот идеально ровно ложится. Так, берем немного краски, вот здесь вот сложновато, вот так вот прям тыкаем. И у нас краска забьется туда, куда нужно. Цветочек протыкиваем, у него фактура сильная, поэтому немного больше краски берем и прям вот таким со всех сторон, чтобы у нас ничего белого не осталось. Сейчас сделаем вот эту вот внутрянку кашпо и оставим минут на 10 сохнуть. Акрил сохнет очень быстро, поэтому я работать стараюсь очень быстро. Пока сохнет наша голова горгоны, я затонирую цветочки. Потому что акрил сохнет быстро, надо сразу все это сделать. Здесь тоже вот так вот методом тыкаем. Так.
Промазываем все лепесточки. Достаточно много краски я беру на кисть. Мы с вами макаем губку. Давайте это желтый тут есть. И вот таким вот образом разводим краску по бумаге, чтобы у нас на губке осталось маленькое-маленькое количество краски. Прямо вот чуть-чуть. Видите, почти прозрачная губка стала. И теперь аккуратно, легкими-легкими движениями, мы будем вот так вот патинировать наших змей. Если видите, что краски не хватает, опять делаем то же самое. Вот так вот несколько раз штампуем на листике на пустом месте. Возьмем поудобнее. И вот таким образом делаем такое напыление. Если вдруг вы заедете куда-то на волосы, ничего страшного, все это мы сможем с вами подправить с помощью основного цвета. Поэтому бояться не надо, но стараться аккуратнее все это делать. Вот так. На доступных местах мы это все будем делать кисточкой, я покажу. Так вот промакиваем, подчеркиваем фактуру. Thank you.
Ну все, в принципе, этого достаточно. Так, друзья, теперь основным цветом мы подкорректируемся вот таким образом. Если мы вдруг куда-то не туда попали, где-то не там тыкнули, сделали что-то лишнее, много нанесли белого, все корректируется до красного. Итак, я налила немного серебристой краски. Делаем то же самое, макаем, протыкиваем, чтобы не сильно много краски было на спонжике. И сейчас мы с вами задекорируем цветочки. Вот здесь можно уже смело. Подчеркнем фактурку. Таким образом, у нас вот такие симпатичные цветочки. Серединку. Краешки лепестков можно сделать. Оставляем сушиться и второй сразу сделаем. Таким образом. Мне кончики, краешки лепестков сделаем губкой, а вот внутри текстуру мы будем делать маленькой кисточкой. Сейчас покажу как. Так, сейчас проходимся по всем краешкам лепестков. Так, теперь возьмем маленькую кисть. Мне надо, чтобы она была сухая. Небольшое количество краски. И опять-таки ребром кисточки, не кончиком, а ребром. Чуть-чуть. Некоторые лепестки. На некоторых лепестках мы подчеркнем текстуру. Вот таким образом. Заодно где-то смягчим то, что мы сделали губкой. Просто немножечко так пройдемся.
протираем. В принципе, этого достаточно. Можно еще серединку, сердцевинку тоже немножко запатинировать. Так, ну вот, наши с вами цветочки готовы. Так, ну что ж, друзья, поскольку у нас с вами медуза Каргона, давайте-ка ей сделаем водоросли. Ну или что-то похожее на водоросли. Итак, кисть у меня линер. Я беру основной цвет, который у меня был без белил. Добавляю немного воды, потому что мне нужен тонкий кончик. Вот так вот примерно. Ну что ж, давайте. Здесь уже как у вас фантазии хватит. Я сейчас возьму и линером что-то тонкое сделаю, что-то более толстое. И будет у нас Гаргона окутана водорослями. Где-то пересекаться будут они, где-то будут они потолще, где-то потоньше. Это уже насколько у вас хватит фантазии.
Так. Сейчас мы с вами всю эту красоту просушиваем. И нам останется сделать маску. Маску будем делать серебряной краской. Все, сушим. Ну что же, у нас с вами все высохло. Остался последний этап. Мы сейчас с вами сделаем серебряную масочку. Опять-таки не надо ничего бояться, потому что если вдруг вы куда-то заехали не туда, мы всегда можем это поправить. Прямо длиннером залез. Ну что ж, друзья, вот такая вот красота у нас с вами получилась. Такая вот медуза горгона. Сюда можно посадить цветочки, можно ставить карандашики, все что угодно. И к ней два таких цветочка. Ну что ж, творческих успехов, вам удачи. Я надеюсь, у вас тоже все получится. Пока!